Сегодня у нас открытый урок в школе хороших манер «Бонтон». В нашей школе проходит обучение все желающие раскрыть свои скрытые способности и таланты, обрести уверенность в себе, научиться красиво ходить, держать осанку, научиться этикету, актерскому мастерству, фотопозированию, умению носить костюм. Именно поэтому программа обучения и работа профессионального преподавательского состава школы хороших манер «Бонтон» построена таким образом, чтобы дать знания и навыки, которые непременно пригодятся в жизни современному человеку. Этикет, я думаю, что это наука, совершенно необходимая нам во все времена и во все века. Это наука очень тонкая, сложная, и я думаю, что если дети будут ее осваивать, и чем больше людей будут осваивать, и взрослых тоже, это им повезет и в социальной, и в профессиональной жизни. Я в этом просто уверена. Я преподаю дисциплину дефиле. Осанка, правильное положение корпуса, умение нести себя и нести одежду. Одно из таких основополагающих штук в жизни человека. На сегодняшний день понятие вот этой искусственной красоты стало очень популярно, и школа хороших манер, она обучает детей, чтобы они ценили себя такие, как они есть. Мы не выбираем лучших, мы развиваем индивидуальность каждого. Школа хороших манер «Бонтон». Следите за новостями на портале городвитебск.бай.